С ними связана эпоха. На черно-белых снимках люди, которые в представлении не нуждаются. Известный московский фотограф Александр Тигнеридно в «Орел» привез более 40 снимков. Правда, самого маэстро на открытии не было. Изображение вот этого домика. Посмотрите, казалось бы, ну все просто, но это пойманное состояние. Состояние по свету, состояние по композиции, состояние по тому, что называется снимок выполнен на 5 с плюсом. Композиция, фон, цвет и доля секунды. Чтобы нажать кнопку спуска затвора, большинство работ были сделаны во время съемки репортажной. В экспозиции колоритные фото, городские пейзажи, зарисовки и случайные портреты. А на выставке по соседству случайных работ нет. Графические сюжеты от Урала до Парижа из-под руки художницы Веры Демичевой. Я попала во Францию, и это, конечно, была великолепная эмоция, великолепная была поездка. И, конечно, захотела составить это в своей жизни, в памяти, и, может быть, даже в памяти других. Мне вот смотрели мои коллеги, кто ездили вместе, хорошо, что сделали эту серию. В непривычной технике вместо туши и карандаша маркеры, да и цвет разный. Есть и тени, и полутона. Художница признается, что перед тем, как зарисовку перенести на чистый лист, она анализирует и подбирает колорит с учетом настроения. Если, допустим, я иду в большой, тяжелый поход, мольберт я не смогу взять большой. Ну, там, естественно, у нас получается от маленького этюдика зарисовки, может, композиционный, пятновой какой-то. На небольших графических работах художницы поднимаются темы единства, жизни и смерти. Есть здесь деревенские и городские пейзажи, а также красоты Урала. Наш везде много где побывал, и Урал, и сам Париж, и где только не было. Я со всех концов света, как говорится, везет рисунки. Очень интересные работы, и мне очень нравятся задумки. Эти задумки. Все очень фактурно нарисовано. То есть видно каждую дощечку, так скажем. Я видела ее работы и работы ее учеников ткачества. Вот. И ткачество перекликается, в принципе, с ее работами. То есть по цвету теплые, холодные цвета, очень красивая сгромонированная линия, живость линии. Несмотря на то, что выставки открылись в один и тот же день с разницей в полчаса, работы художника и фотографа будут экспонироваться разное время. Кадры Александра Тигнеридно можно будет увидеть до 8 февраля. Графику Веры Демичевой до конца следующего месяца. Наталья Чунина, Ирина Волкова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».